Всем привет, друзья! Сейчас раннее утро, 7:30 утра. Муж вышел на работу, девочки. Брызгать жуков. Местами появились у нас жуки. Местами уже успели повыводиться. А у нас вот такая погодка с самого утра. Солнышко светит и уже припекает. Картошечка у нас начинает зацветать. Вон как поднялась. Красивенная стала. А я, девочки, прошу прощения за звуки. Там сосед косит траву. Я сегодня тоже на огород иду. Мне нужно морковку прорвать, девочки. И как-то нарвать лука на заморозку. Все никак не нарву. Вчера целый день на кухне просидела. Готовила пельмешки на заморозку. Шашлычки жарили вечером. В общем, отдыхали. Много жуков, да? Муж говорит, жуков много, а? Очагами, девочки, жуки. Ну, я говорила, посмотрите, картошка у нас здесь чистенькая. Ну, а где-то уже навыводились, видите. Зацветать будет. О. Будет зацветать. Дождики идут. Картошка вон какая вымахала. А здесь, девочки, цветет. Это сорт Родриго. Обалденная картошка. У кого есть возможность купить семена, девочки, купите, посадите. Действительно, самая-самая вкусная картошка, которую я пробовала за всю свою жизнь. Видите, филетом цветет, картошка розовая. А внутри желтенькая. Очень-очень вкусная. Видите, какая картошечка. Еще немножко будем копать и наслаждаться домашней, девочки, самой вкусной картошкой, молодой. А у нас спеет малина. Скоро нужно будет собирать малину, девочки. Клубника вся сгнила. Шли дожди. Видите, мужу выше колена картошка. Такая большая. О. В этом году побольше ее насадили. Ну как побольше? Обычно брали сотки на поле. Но второй год сотки мы не берем, так как нет здоровья обрабатывать и ездить. Сотки дают далеко, больше 10 километров от дома. Нету здоровья, девочки, уже обрабатывать. Тем более мы с мужем вдвоем остались. Сын в армии. Сейчас, правда, в отпуске. Ну, а отпуска того осталось совсем-совсем чуть-чуть. По-моему, 8 дней или 7. Еще неделька, можно так сказать. Поедет снова служить в армию. Еще почти на 4 месяца. Но мне, девочки, еще нужно окучить огурцы. Вот моя грядка с огурцами. 201 раз вам показываю. Сейчас еще, конечно же, роса. Тенечки. На солнце росы уже нет. Помидорки мои. Еще раз нужно потяпать. Муж поставил палки, девочки. Еще не везде. Но местами уже подвязал. Вот на такие, девочки, прутья подвязываем свои помидорки. Помидорки тоже побрызгай. А ты побрызгал их, да? Нет. Роса еще здесь. Да. Но местами жуки там тоже навыводились. Да, нужно еще подвязывать. Когда подвяжет, тогда побрызгает.
Ну да. Да-да, так и есть. Укропчик мой поднимается, девочки. Видите, какой стал? Еще чуть-чуть, и буду срезать его на заморозку. Ну, а я села снова на своем любимом месте за сараем. Здесь всегда тенечек, но сейчас солнце светит, девочки, с утра. А днем здесь всегда тенек. Я люблю здесь посидеть и понаблюдать за своими посадками, за своими растишками, за своим огородом. Или просто посидеть, о чем-то подумать, план работы на день себе создать. Слава Богу, у нас нет ни комаров с утра, ни мошек. Вечером немножко комары были, когда мы сидели, жарили шашлыки. Неплохо вчера посидели, отдохнули. Ну, муж пошел на маленький загончик с картошкой. Там тоже, ну, там жуков, между прочим, больше, чем здесь, на вот этих кусочках, на вот этих загончиках, потому что там рядышком соседская картошка, а они уже успели потравить жуков, и все жуки переползли на наш участочек. Жуков там было побольше. Солнышко, девочки, светит. Ой, где-то оно там. Мне не видно, конечно же. Может быть, вам видно. Птички поют. Какая же благодать, девочки. Ну, а сынок мой еще спит, отсыпается. Перед службой в армии. Пока в отпуске отдыхает. А сейчас, девочки, роса сойдет. Я возьму тяпку и тоже пойду на огород работать. Но картошку мы травим вот такой отравой. Стоп, жук с прилипателем. Муж принес баллон. Сейчас снова будет заправлять и брызгать картошку. С одного пакетика, девочки, высыпал наподобие удобрения, а со второго пакетика льется вот такая жидкость наподобие растительного масла. Это прилипатель. Разводит баночку. Ну, или ну, в банке, да, гляди. Угу. Прилипатель. Прилипатель. Делает отраву от жуков. Я вчера не порошок стал. Ну, белое что-то стало, да, интересно. И пенится, да. Ну, так отрава наш, отрава есть. Все, сейчас будет заливать в баллон. У нас баллон на 8 литров, да? Угу. На 8 литров, девочки, баллон. Да, здесь написано 8 литров. Прочитала. А я, девочки, хожу, брожу по огороду. Это луканзур. Гибрид лука-чеснока. Посмотрите, что у меня с ним стало. Нижние листья повысыхали. Торчат одни цурбалки. Скоро нужно будет его копать, выкапывать. О, что происходит. Морковочка моя, которая недавно взошла. Нужно будет один раз ее прорвать. Рядочки уже видны. Роса с утра, девочки. Здесь еще тень у нас, а с утра роса. Птички поют. Небо без единого облачка. Кошка проволоклась. Бегает по огороду, что-то ищет. Один раз поймала летучую мышь. Где она ее откопала, не знаю. Маленькую крыску принесла и все бросает нам под порог. Птичек ловит, ест. А огороды мне снова, девочки, нужно порыхлить. Снова пошла трава. Вон по разорке травичка пошла. Я не люблю, когда трава, девочки, на огороде. Я же говорила, появляется мелкая трава.
Я тогда беру тяпку и сразу пропополола, порыхлила и все. И огород снова чистенький. Кабачки мои вон как поподнимались. Муж идет. Ой, с баллоном. Будет травить снова жуков. Что он там видит, не знаю, на солнце. Мне ничего не видно. Есть там жуки, нет там жуков. Нема жуков, говорит. Ну, этот загончик более-менее чистенький. Хотя, кто его знает. Я по всему загону не ходила. Местами, очагами. У нас в основном жуки девочки потопили за весну. После зимы. Дожди шли. Было очень много влаги в земле. И жуков, можно так сказать, и нет. Ну так, по чуть-чуть. Но это слава богу. Слава богу. Хоть картошка зацветет и отцветет. Надеюсь, в этом году хороший урожай картошки будет. Так как земля сырая. Да и дождики поливают. Да и дождики поливают. Сижу, слушаю пение птиц. Где-то голубь дикий курлыкал. Я думала, это кукушка. О, слышите, как поют птицы? Может быть, вам не слышно? Ой, небо чистенькое-чистенькое. Но сегодня на ночь снова обещают дождь, девочки. Снова обещают нам дожди. Периодически поливают. Но это хорошо, с одной стороны. Земля сверху все равно подсыхает. Земля сверху все равно подсыхает, девочки. Кукурузка там моя по огурчикам поднялась. Все растет на глазах. Картошка зацветать сейчас будет. Вся в бубенцах. Муж говорит, лекарство уже подействовало, девочки. 20 минут не прошло. А жуки уже не жрут, а просто сидят, падают. Очень хорошее средство. Стоп-жук. Покупайте и травите, девочки, жуков. А здесь у меня снова разора заросла. Видите? Муж баллон поставил и куда-то пошел. Хорошее средство, девочки. Я купила в этом году его впервые. В прошлом году мы жуков травили каким-то другим средством, не помню каким. В этом году мне посоветовали на рынке, девочки, стоп-жук. Вот, купила. Очень хвалят. Решили попробовать тоже. Ну, как муж сказал, жуки уже падают. Вернее, сидят и не жрут картошку. Сразу, мгновенно, можно сказать, дохнут. Девочки, а жуки у нас очагами. Местами картошка чистенькая. А местами, посмотрите, что сидит. Жуки навыводились. Муж побрызгал, но они уже все. Они уже не шевелятся. И не жрут картошку. Вон как обожрали листики. Местами есть тоже вот такие вот жучочки. Очагами. Не на каждом кустике. Не на каждом кустике жуки сидят. Здесь картошечка чистенькая, его, видите. А здесь сидит, о, полосатик. Полосатый тоже. Еле-еле дышит.
картошка зацветает. Там, там. Ой, ой, муж решил посидеть, отдохнуть. О, идет наша приблуда. Волоцуга. Волоцуга. Шлялась по огороду где-то, шлялась по огороду где-то. Мокрая. Что искала? Мокрая, конечно, мокрая вся в России. Ты где была, красавица? Вся в траве какой-то. О, все. Один хвост остался, села. Тенечек спряталась, хвостом виляет. Жениха привела, мальчики мурзатый. Вон там, девочки, кот. Сейчас вам увеличу. О, сидит. С женихом по огороду шлялась. Угу. Что? Что ты хочешь, красавица? Ты где была? Что делала? Ага. Все, ну, развалилось. Сейчас по травленной картошке походить. Тогда оближется, а потом вон там, будет. Да, соседский кот поплелся. Картошку травленную. Уже не видно его. Ну, а ты чего здесь развалилась, а? Красавица наша. Хорошо ли тебе здесь лежится в тенечке под картошкой, а? Набегалась, лапы грязные. Лежит, вылизывается. Что? Что там, Юлька? О, спать хочешь уже, да? Нашлялась? О, такие лапы грязные. Чумазые. Чумазые. Муж идет чаек пить. Будет снова брызгать картошку. А я, девочки, посидела с самого утра, послушала пение птиц, погрелась на солнышке, посмотрела, чем муж занимается. И на этом, наверное, буду заканчивать свой видеоролик. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. И до новых встреч, друзья, на моем канале. Всем пока-пока!